Приветствую! С вами видеоблогер Екатерина Снытко и опять на канале «Цветущий сад. Небольшое дополнение к хвойным». Вот об этом стелющемся красивом можжевельнике голубого цвета у меня есть фильм. И в нем я упомянула о том, что у меня есть опыт размножения хвойного веточками. Я обещала показать. Идемте смотреть. В размножении хвойных главное набраться терпения. Только терпения и никаких быстрых решений, действий. В этом убедилась я при посадке вот этой веточки. И вот здесь вот у меня среди бересклета есть еще одна укорененная веточка. В прошлом году осенью сделала такой рассадник и думала, что у меня все получится. И весной мне показалось, что точки роста пошли, но я поспешила и испортила весь эксперимент. В этом я оказалась не права. Но каждый учится на своих ошибках. И вот эти веточки я так же, как и те в рассаднике, в тепличке, я укоренила. Просто воткнула. Камнем у меня было придавлено осенью. И вот там дальше, возле юки, у меня вторая ветка укорененная. Если внимательно приглядеться, то можно увидеть хвою. Весной я не стала трогать, я тоже на них увидела точки роста, буквально вот так верхушечки были. Не стала трогать, и смотрите, растение живет, возможно, оно еще и не укоренилось так, как надо, но оно живет, оно живое. Вот я показываю вторую ветку. Видите, что она тоже живая, красивая. Если опять приглядеться, видите, не все пошли в рост. Вот, эта пошла, а эта веточка нет. Но трогать не буду до весны. А весной обработаю этот участок, и все будет замечательно. Как видите, хвойных у меня на участке много. Есть несколько разновидностей можжевельника. Покупать больше ничего не буду. Во-первых, нет места, где сажать, а во-вторых, не приживаются. Столько денег потратила я на хвойные, и думаю, мне вполне хватит того количества хвойных, которое есть у меня в саду. А сад наш красив. Сегодня 12 ноября, и в следующем фильме я вам покажу, до чего красив еще наш сад этой осенью. Молдова, Грикова. И я, видеоблогер Екатерина Снытко. Всего вам доброго, здоровья. Это самое главное.